если Завал получит 5 печатей, никто не помешает ему. Магия, заключенная в печати, мне незнакома. Надо отнести ее верховному лорду Болвару. Это магия на печати Примаса. Она тебе знакома, Пилигрим? Ты падешь, как и в прошлый раз. Болвар, вели своим союзникам в Оребусе всеми силами защищать печать арбитра. Пилигрим, я призову тебя в свое время. Да сопутствует нам всем удача. Не забывая о своем Верас долге... Верас прячется в Дезматероне. Мы расчистим территорию и призовем Зерикрис. Дрека, можно мне пойти с вами? Ты тот самый Трал? Я о тебе слышала. Хорошо, идем с нами. Прежде чем подавать сигнал Зерикрису, нам нужно как следует все подготовить. После этого наши союзники наводнят территорию через врата смерти. Их надо будет открыть с этой стороны. Найди для них стратегические позиции. Одну минуту, герой. Когда мы с Хелей встретились в утробе в последний раз, я метнул в нее свой топор. Драгару. И с тех пор его больше не видел. Если это и в самом деле ее вотчина, то Драгара наверняка где-то здесь. Я выковал этот топор в Награнде, и он напоминает мне о той счастливой жизни вместе со своей семьей. И я хочу снова ощутить в руках его тяжесть. Драгара, приятно снова ощутить ее тяжесть. Честь Дренора. Славное имя для достойного оружия. Я метнул топор сгоряча. Спасибо тебе, герой. Я уж думал, что никогда больше не увижу своего топора. На тебе доспехи Оргрима Молота Рока. Он оставил их мне. Я многим ему обязан. Ты была в клане Северного Волка, не так ли? Да. Его наследие навсегда останется со мной. Я была Дрекой из клана Северного Волка. Воительницей, что отдала все. Защищая самое дорогое. Но это был не последний мой бой. Ты выдающаяся воительница, Дрека. Война закалила меня. Говорят, и тебя тоже. Кто учил тебя сражаться, Трал? Человек. Он хотел обучить гладиатора, а обрел врага. Теперь можно идти в атаку. Подай сигнал Зерикрису, покажем им всю мощь Малдраксийского некрополя и объединенной армии темных земель. На подходе. Не давайте им пощады. Верные утроби штурмуют наши позиции. Уничтожь их. Обрушьте этот некрополь на землю. Тяните его вниз.
Вперед, некролорды! Обратите предателей в прах! Дикая охота! К бою! Все в небеса! Соратники рассчитывают на нас! Вперед! Покажем врагу мощь Ревендрета! Сила! Вперед, Хельгарду! Зерикрис нас прикроет! Дракар, я должен тебе кое-что рассказать. Я... Потом поговорим. У нас важное дело. Малдраксийцы? Здесь? Стой, я тебя знаю, Пилигрим Утробы. Мои братья и сестры пали жертвами порчи. Они добровольно приняли от Хели ее силу. Другие воспротивились. Но теперь нас всех хотят подчинить ее воле. Когда начался бой, мне удалось уйти. Но оставшихся раскольников по-прежнему заставляют проходить чудовищные ритуалы. Прошу тебя, освободи их. Когда вернемся в Бастион, мы готовы предстать перед судом Архонты и принять любое ее решение. Я отправлюсь к Некрополю. Прошу, помоги моим собратьям. С тех пор, как Верас нас предал, от него одни неприятности. Мой долг как баронессы Дома Избранных – лично проследить за тем, чтобы от этой угрозы не осталось и следа. А покойный марграф Крексус был отомщен. Как говорит Примас, мы должны отрубить голову этой змии. И сейчас самое время это сделать. Враги близко, Хелия. Нам нужно подкрепление. Что, боишься, мудроксиец? Тюремщик не потерпит слабости. Верас, ты ответишь за то, что сделал с Крексусом. Вот тебе мой дар, Верас. Как-никак их больше. В бой, мать волчица! Покажи врагу дух некролордов! За Крексуса! За Карека! Нет! Я сильнее! Меня не одолеть! Тюремщику придется обойтись без прислужницы. Прислужницы? Хелия никому не служит. Я не стану молчать. Я не отправлюсь в тюрьму. Мой гнев будет преследовать. Славный бой, Гуэл. Пойдем поговорим. Ты знала? Сила. Я все поняла, как только тебя увидела. У тебя глаза Дуратана. Я везде их узнаю. Когда я умерла, ты был еще младенцем. Расскажи, кем ты стал? Я был вождем Орды, шаманом служителей Земли. Все это было в прошлом. Кто ты сейчас? Я не уверен. Со мной случилось столько перемен. Я не знаю, что ждет меня дальше. Тогда вот тебе урок. Не от матери, а от родственной души. Не забывай, кем ты был, но и гордись тем, кем стал. Раньше я думала, что смерть – это конец. Став воительницей в Малдраксусе, я поняла, что это лишь начало. Я счастлива, что ты так многого достиг. И я знаю, что ты на этом не остановишься. Спасибо, мама. Ты сможешь мной гордиться. Идем. Я хочу послушать о твоей жизни. Расскажи мне все.
продолжение следует.